Привет-привет! Сегодня я с вами хочу поделиться своим заказом сайта. Ой, Wildberries. В общем, наверное, как-то так называется. Интернет-магазин «Стиль вашей жизни». Ихний слоган. Я что хочу сказать, что мне понравилась ихняя система. Значит, вы можете заказать что-то, например, из одежки. И, соответственно, там примерочные стоят. Я пришла, посмотрела. Сегодня первый раз вот заказывала. И если вам не подойдет, вот вы примерочную меряете, это можно отдать, все оставить там и назад отправить там, в Москву, там, куда, я не знаю. Но, значит, еще что, и оплата там карточкой, безнал есть, наличными можете оплатить. Вот. Заказ был сделан из-за вот этой покупки, это коврик-пазл. В конце покажу. Дочек в сыночках у нас по городу не было. Как их там в детском мире тоже не было. И поэтому я решила заказать интернет-магазина. Так. Ну и заодно заказала две вещи нашему малышу в 6 месяцев. Вот. M-Kids. Это маечка, вот такая вот фирма, маечка просто серенькая, с желтой окантовкой, окантовки были разные, вот такой пакет, у меня размер 80, я заказывала, так как мы пышные детятки. Так, труселя посмотрим, такие трусики, тянется, ну так вот. Это чисто на памперс одеть, сейчас с пекла жара начнется, чтобы куда-либо ездить. Ну вот, в общем-то, вот в 80 нам и подойдет, что мы пухлячки. Такие вот ручки тоже тянется. Здесь, видите, заклепки есть на ушей. И все. И вот здесь написано фирма. Ива Мосса, M-Kids. Размер 80. Все, вот такая вот. Это майка и трусы, как бы было написано на сайте. А это вот на выход я взяла. Тоже размер 80. Это уже на выход. Ходить в гости, в поликлинику. Вот такие шортики. Вот такие. С кармашком. Ну, они нам не нужны. Такие-то. Такие-то в таком-то возрасте. Фирма Мамуляндия. Вот. Сделано в России. Вот написано. Можем сюда. И к ней идет вот такая футболочка. Без заклепок. Без заклепок. Видите, как красиво сделано. В России написано. Приятно, что Россия у нас продвигается во многом сейчас. Это вот у нас низ. Ну, дело в том, что, мне кажется, ему будет большевато, нашему сынульке. Но ладно, я даже сейчас приложу его. Да, она ему будет большая, надо было другой размер заказывать. Ну, ладно. Может быть, будем носить. Так, это вот у нас сейчас лето. Это на лето. Следующее, значит, достаем вот такой большой пакет. Фирма Mambo. Теплый пол для дома и улицы. Видите, тут написано. Вот. Меня что смущает, что они пишут, что с 3 лет, но нам-то далеко не 3 лет, нам полгода, и поэтому я подумала, что ребенок будет ползать, нам нужны маты, я их называю матами, вот такой, в таком пакетике, вот такой замочек, ну, пакетик, как сказать, чехол, вот, рисунок я выбрала. Видите, машинки, чтобы он потом вырос, играл машинками, но я боюсь, что кот, если честно,
детский корм для ползания. То есть они сами себе противоречат. Пишут, что для ползания, и в тут же пишут, что с 3 лет. Ползают дети когда? И вот ихние различные коврики, могли бы цветное сделать. В общем, на сайте он стоит 2900, по скидке он вышел что-то 2200-2300 у меня. Одна вот эта часть 60 сантиметров. 60 сантиметров. Одна часть у нас. Они такие, их надо будет как-то выравнивать, они погнулись. Сзади у нас, ну, это вот китайская ерунда. Кто видел, тот знает. А здесь я выбрала рисунок город. Вот. И вот ересь. Это 2 сантиметра. 2 сантиметра. Это тоже вот отходит здесь. Шопинг. Ну капец, дорого, конечно, за такую хрень. Сейчас разложим, покажем. Так, вот такой у нас результат с тапочками. Ну да, ну чтобы контраст был, понятно, 36 размер обуви и вот так вот. В общем, 1,80 м вот эта вот длина. А ширина у нас получилась 1,20 м. Да, 1,20 м. Вот. Два сантиметра, как, глубина, этот. Ну, как-то, конечно, дороговато. Я бы, ну, 1800 рублей максимум отдала бы за все вот это. Когда? Вот больше не дашь. Ну, так как ребенок у нас уже и так упал с дивана. Поэтому, в общем, нужно, чтобы был какой-то мат. Выбрала такой рисунок, чтобы ребенок, когда вырастет, играл потом машинками здесь. Тем более, это у нас мальчик. Видите, здесь госпиталь, полиция, дом, школа, магазин. И что-то там еще. Зоопарк. Только сейчас заметила, что здесь зоопарк, оказывается. В общем, ладно. 3180 рублей. Обошелся этот заказ там со всякими скидками. В общем, наличными. Ой, карточкой они принимают. Всем пока-пока. Спасибо за внимание.